Магистерская программа материаловедения. Material Science. Стать востребованным международным специалистом в области новых материалов можно в Томске. Такие профессионалы нужны в космической, ядерной, машиностроительной отраслях, медицине. Они работают над решением проблем, актуальных для всего мира. Поэтому англоязычная программа Material Science – ваш шанс влиться в международную профессиональную среду еще во время учебы. Студенты изучают новые методы получения конструкционных и функциональных материалов, включая 3D-печать. Исследуют структуру и свойства материалов для различных, в том числе экстремальных условий эксплуатации. Кроме того, они учатся решать нестандартные задачи с использованием лучших мировых практик, обмениваются опытом со сверстниками по всему миру, повышают свои социальные навыки. Программа реализуется совместно с Институтом физики прочности и материаловедения. Это значит, что студенты могут использовать оборудование не только в ТПУ, а также участвовать в актуальных научных проектах, в том числе и в международных, с университетами и институтами Китая, Германии, Индии, Беларуси. Для новых изобретений нужны новые материалы –